государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На крак! У! Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне. 77 лет назад бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии в ходе штурма Берлина водрузили на Рейхстаге алое знамя Победы над поверженным фашизмом.